Польша откроет специальный общий центр Украина-НАТО. Не только НАТО как альянс нужен Украине, увеличить, повысить уровень безопасности, но также и Украина нужна альянсу. Что это за центр и для чего он будет создан, сегодня расскажем. В польском городе Бидгощ будет создан новый совместный центр Украина-НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Судя по той информации, которая есть, действительно будет некое сообщество по эффективному обмену мнениям. Украинские военные смогут там учиться и тренироваться со своими коллегами из Североатлантического альянса. Столтенберг отметил, что совместный центр должен улучшить безопасность как Украины, так и альянса. По его словам, он позволит Украине поделиться приобретенным военным опытом с союзниками по НАТО. Сегодня мы решили создать новый совместный центр НАТО-Украина по анализу обучения и образованию в Бидгоще, Польша. Это позволит Украине поделиться уроками войны России и создать структуру для этого, чтобы украинские силы могли учиться и тренироваться вместе со своими коллегами из Альянса. Мы и в дальнейшем будем с Украиной. И для безопасности Украины, и для нашей. Принятое решение является политическим. Теперь осталось обсудить технические детали. Но начало процесса уже заложено, подчеркнул Столтенберг. Не только НАТО как альянс нужен Украине, повысить уровень безопасности, но также и Украина нужна альянсу, поскольку у нее есть уникальный опыт, во-первых, долговременной войны с Россией, в масштабах это уже 10 лет, а во-вторых, полномасштабной войны 2 года. Он отметил, что это решение еще требует уточнения многих деталей, но главным является то, что союзники на политическом уровне решили создать учебный центр. Поэтому НАТО, конечно, заинтересовано в том, чтобы, то, что называется, из первых получать информацию о том, как нужно противостоять России, где ее слабости. Польша тоже получит свою выгоду, ведь ее солдаты смогут получить уникальный опыт от украинских коллег. Во-первых, Польша, она сейчас сама прилагает огромные усилия к тому, чтобы нарастить численность своей армии, увеличивать 2 раза, чтобы противостоять российской агрессии. То есть она заинтересована в том, чтобы ее армия была напрямую вовлечена в том, чтобы как раз перенимать опыт украинских вооруженных сил. Также Польша продолжит быть страной-посредником, которая помогает транспортировать оружие. Второй момент заключается в том, что Польша была есть основным пунктом, через основной такой точкой транзитной, через которую идет поток вооружений, поэтому она уже занимает роль такого посредника между Украиной и НАТО. Инициатива, по словам Столтенберга, будет реализовываться в течение следующих месяцев.